Всем привет, с вами Декс Ник, игра Ведьмак Кровь и Вино, мы продолжаем. Релис? А, вот и ты. Можем отправляться в Тесхам мутно? Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесхам мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуиум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в 100 раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя, успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Тесхам мутно. А то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Мы на месте. Священный зал для пыток и казни находится под землей. Ты точно знаешь, что делаешь? Могу только надеяться. Прошу тебя, пойдем. Чем дольше мы медлим, тем труднее мне сдерживаться. Я бы не хотел причинить тебе зла. Веди. Кто кому еще звать, ты можешь... причине. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое? О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Что за... старинный способ защиты от непрошенных гостей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, тут сэнд был для вам. Медитируем немножко. Важным местом. И остается им. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в этот. Эти земли мы увидели первыми. Разведение людей? Это серьезно? Автор провел много лет, наблюдая за поведением людей, которых он разводил. С точки зрения морали, сочинение сомнительное, зато весьма подробное. Ну нифига, что там нашли? Сопровлетели они, так как мешок в течение. 30-25. Ну это покруче будет. Нишки. Стальной меч из Тесхам мутно. 320-391. Тут бонусов побольше. Так.
там прочесть на два. Какие маски у нас есть? Так. Ладно, снимем эту фигню. Это плохое место, здесь в воздухе смерть. Очень многие простили здесь жизнь. Ты чё, мне перегруз-то, блин? Всю шляпу надо выкинуть. Нифига не висят. Так, что бы выкинуть? Синяя все выкинем. Это выкинем. 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 Эти глифы, высеченные в скале, когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы, вы бы сказали, племен, которые разошлись по миру после сопряжения сфер. Мои предки... Так, что там у нас? Где перчатки-то? А, сапоги? И что-то еще, где у нас маска? Убийство противника восстанавливает очки жизни на число, равное 1% от максимального уровня очков здоровья за каждый момент комплекта. Текущий бонус стоит 4%. Так. Мущердина. Игни. Разукрасить можно, нет? Минимального доспеха тут у нас нет. Здесь, чтобы они напоминали, откуда мы происходим. Алхимические. Так. Химическая ловушка. Мрачная страница истории моего народа. Я бы предпочел не призывать демонов прошлого. А это что? Что это за племя? Харасха. Это мое племя. Мое и Детлофа. Мы остались здесь. Что?
Что это за глиф? Это амуруны. Они отправились за море. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синий Гор. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синие горы. Перчаточки нашел. О, нормально. Местечко. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. Ах, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хагмара – мучить его запахом крови, которую он не сможет попробовать. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости, а люди умирали от потери крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить, повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Да, правда. Я приготовил приманку, будь любезен. Разложи ее, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннели. Тогда запах разнесется повсюду. Так, разложить приманку. У входа в туннели, чтобы чудовище быстрее почуяли запах. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал трупы. Ну и... Три. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде слышен. Так, Квен. Приманки готовы. Я войду в клетку. Ты меня прикуешь. Сплав, из которого сделаны прутья, не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного. Остановить боль. И я за себя не ручаюсь. Давай, быстрей. Чудовище почти здесь. А у меня уже кружится голова. Открой. Да. Кто не знает, как вампир алчит крови, не представляет, что такое жажда. Чем будет весело, наверное.
договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу. Ну и что ты тогда? Не знаю, успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь. Ты не сможешь успокоить. Ага, Редис почил кровь. Да ё-моё! Я тебя сейчас отпущу. Ощущение, когда он пол руки отрубил. Потерпи еще немножко. Через пару часов кровь засохнет и запах уйдет. Что-то мне сейчас кажется, он вырвется. Пойдем-ка отсюда. Хотя нет. Я все приготовлю. Ты только скажи, что делать. Не думал, сейчас вырвется из клетки и будет мини-бой, типа, с ним. Типа, не до конца там хотел пол хп снести. Что-то как-то скучновато сделали. Тебе лучше? Дай мне еще немного времени. Я приду в себя. Ну да, мне уже лучше. Ты не говорил, что... Все будет вот так. Давай, не будем об этом. Нет. Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам... Так что бы ты сделал? Нашел бы Детлофа другим способом. Я не хотел никакого другого способа. Ты не подумал об этом? Нет. Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль. В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются. Я говорил... Этой болью я отдаю долг, великий долг Детлофу. Если бы мне пришлось пройти через это еще раз, я бы не колебался. Я приготовил отзвук. Все точно по рецепту. Ничего не перепутал, пропорции верны. В
Время приготовления тоже? Это важно, Геральт. Малейшая ошибка даже ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Ну хорошо. В таком случае, начнем. Что с ним? Что он увидит глазами вампира? Что там было? Простите, я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. Это знакомый вашего сиятельства. И тут я велю ему сойти и уступить место. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Дали мы ему прикурить. А мать решила купить эту мельницу. Забавно, а? По крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям. Извини. Что? Вот упырь. В прямом переносном смысле. Сам себе руку отрубил, значит. Новая уже отросла. Ты проснулся. Ты брыкался, как зверь, пойманный в силки. Я уже начал бояться, что тебе конец. Было не слишком приятно. Но, в общем-то, все удалось. Что ты видел? Делакруа. Убить его было нелегко. Похоже, Детлов с ним сдружился. И все-таки убил его. А тело расчленил. Потом он впал в ярость. В раскаянии он отрезал себе руку, которой совершил убийство. Интересно. Не похоже на Детлофа. Ты видел что-то еще? Я видел момент, когда Делакруа бескорыстно поддержал Детлофа. И, похоже, это было началом их дружбы. Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного. Обычная жизнь. А видения должны быть связаны с сильными эмоциями. Видимо, у Детлофа этот эпизод вызвал именно такие эмоции. К тому
же позже он убил Делакруа. Убийство кого-то, кому мы симпатизируем, не обходится без эмоций. Ни у кого, даже у вампиров. Ты видел что-нибудь еще? Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды. Детлов познакомился там с Делакруа и вернулся на то же место после убийства. Интересно. Будка, кажется, где-то в портовой части города, а сам чистильщик вроде бы знает Детлова. А это еще интереснее. Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений. Других зацепок нет. Схожу, поговорю. Ты со мной? Если позволишь, я присоединюсь позже. Я пока не готов выходить. Понятно. Отдыхай. Если что-то узнаю, сразу вернусь. Логово бестии. Отыскать чистильщика обуви, который появлялся в видении. Так, что там у нас? Задание 42 уровень же. Задание-то повысилось на 44. Надо сделать 40-е все. И 38-е тоже. Да, уже дел по горло у нас. Ну ладно, с вами был Дексник, игра Ведьмак. Всем пока.